Краснодаре обсудили ситуацию с замороженной стройкой на берегу Карасунского пруда в Пашковском микрорайоне. Еще год назад по поручению Владимира Евланова администрация отменила разрешение на строительство 3 16-этажек. Местные жители забили тревогу после того, как буквально в полусотни метрах от водоема появился котлован. Стройка была заморожена, и с апреля прошлого года рабочие и техника на берегу не появлялись. Но от намерения возвести жилой комплекс в живописном месте застройщик, вероятно, решил не отступать. Спустя год московская строительная компания подала иск в арбитражный суд. Слушание по делу состоится 20 апреля. На встрече с активом Карасунского округа Владимир Евланов подчеркнул, появление многоэтажек на береговой полосе Карасуна противоречит концепции рекреационной зоны линейного парка Карасуны. Поэтому городская власть и дальше будет отстаивать интересы горожан, что многоэтажного жилого строительства на этой территории не будет. Мы следим за тем, как события будут развиваться, но я и сейчас в присутствии всего актива Карасунского округа могу сказать о том, что разрешение на строительство жилого дома, оно отменено и вновь отдаваться не будет. И после того, как будет принято решение суда, мы определимся в целом с этой площадкой. В частности, предлагаем московской строительной компании приобрести другой земельный участок, где они могут построить жилой дом. Здесь же жилой дом строиться не будет. Вопрос находится на контроле администрации города и моем личном. Напомню, в департаменте архитектуры совместно с активными жителями города разработали концепцию создания на базе каскада Карасунских прудов единой непрерывной рекреационной зоны. Она предусматривает общий доступ к водоемам, места отдыха краснодарцев и гостей города, пешеходные и велодорожки, озеленение и благоустройство.